Сцена из голливудского боевика с участием «шестерки» разыгралась в металлургическом районе. Наряд полиции несколько километров преследовал лихача. Вот полицейская машина на хвосте у отечественной легковушки. Причем автомобили двигаются по встречной полосе. Но лихач так просто сдаваться не собирается. В итоге на повороте машины перестраиваются в другую сторону, и погоня продолжается. Позже на перекрестке автомобиль начинает тормозить. Буквально на ходу сначала выбегает пассажир, а за ним водитель. Парни разбежались в разные стороны. Не исключено, что этот автомобиль был в угоне.